Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем проходить серию игр от Kingdom Rush. На этот раз у нас третья часть, которая называется Kingdom Rush Frontiers. Ну что ж, поехали. Новая игра. Выбираем с вами режим. Я думаю, что начну я с новичка. Так, и знаете, что самое удивительное? Ребят, я играю у себя на мобильнике, да, в эту игру, и почему-то у меня синхронизация не проходит. У меня там уже давно все пройдено, там у меня очень мощные герои, ну, а мне придется начинать все с нуля. Ну что же, начать здесь. Хаммерхолд, компания, храбрый воин, защита и спасение Линерии. Государство вновь нуждается в ваших услугах, чтобы отразить вражеские орды, штурмующие древний Хаммерхолд. Долгий покой был нарушен нападением кочующих пустынных племен. Возглавьте королевские войска и защитите нас. Ну что же, мы приступаем, ребята, к прохождению. Так, Хаммерхолд. Больше крепость не продержится. Восточная стена вот-вот рухнет. В атаку! Так, инструкции. Это все понятно. Это мы, ребят, с вами пропускаем. Так, начать бой, нажать дважды. Это понятно. Строить здесь. То есть все равно обучение, как ни крути. Ладно, поставим сюда лучников для начала. Так, и начинаем с вами бой. Так, эти у нас тоже лучники, да? Это лучник легиона. А это башня лучников. Ну что же, как видим, вначале у нас тут обычные пустынные воины идут. Так, следующая волна. Нажмите для призыва раньше срока. Убейте врага. Получили с вами достижение. Так, давай мы сюда, наверное, еще лучников поставим. И сюда, наверное, поставлю магов. Ну что же, вызываем тогда следующую волну. Так, вызов подкрепления мне доступен, да? Теперь вот новый навык. Это все хорошо. Ну, вы сами понимаете, ребята, первый уровень довольно легкий, причем у меня режим сложности легенький, так что никаких проблем у нас пока не будет. Но поверьте, в дальнейшем все будет намного хуже. Так, если кто не знает, ребята, мы с вами прошли от компании Ironhight, с вами Железный Десант, да, и последнюю часть Kingdom Rush. То есть сейчас у нас третья, потом... Мы возьмемся с вами за вторую часть и допройдем первую. Потому что в первой части я не прошел дополнительные уровни. Ну что же, тут у нас всего будет 6 волн. Это уже третья волна. Как я вам и говорил, здесь нельзя ускоряться. Хотя можно было бы, по идее. Так, а что это у нас за чувачок? Здесь что-нибудь у нас юзается? Нет? Ничего пока не юзается. Так, ну я думаю, что мы здесь справимся с ними, да. Если что, у нас, ребята, будет подкрепление. Можно призвать его, если нам понадобится. Так, 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 давай расстреливаем. Это обычные у нас пустынные войны. Они легкие. Ничего в них сложного нету. Ну, а потом пойдут, конечно же, уже помощнее противники. Маг, не спи, бомби. Отлично, вызываем следующую волну. Черный налетчик и пустынный воин. Так, мне доступен теперь герой. Вот он выбежал. Так, черный налетчик. Матерые наемники из кочевых племен. Слабая защита, высокий урон, средняя скорость. Ага. Мы можем с вами нашего героя вот сюда перевести. Вот так. И, конечно же, нам нужно улучшать башенки. А, мы еще ничего не можем. Все, я понял, ребята. Башни первого уровня, так что ничего не поделаешь. Так, ты куда, родной, собрался-то? Кочевник пустынный. Ну-ка, отдуплись. Ой, ребята, что-то как-то у нас тут слабенько все идет. Смотрите, они обходят. Но этого расстреляем, ладно. Так, здесь можно, в принципе, тоже лучников поставить. А вот здесь, наверное, мы поставим с вами казарму. Это будет оптимально. Так, ну что, четвертая волна, в принципе, вся разбита. И призываем следующую. Ты куда побежал у меня, партизан? Стой на месте. Так, что здесь у нас такое? Враги в доспехах, я понял. То есть, враги, которые у нас идут в доспехах, они уязвимы к магии.
Об этом не стоит забывать. Смотри, какой крепкий, а, засранец. А эти-то далеко собрались. Денег нам, да, хватило. Все, мы с вами здесь ставим казарму. И вот сюда вот их передвинем. Далековато на самом деле, да? Надо было их вот где-то здесь выставлять. Ладно, пускай пока стоят. Мой герой там один на один дерется. Все хорошо у него получается. Ну, все, в принципе, отлично. Для начала, я думаю, неплохо. Для первого уровня. А следующую волну, что ли, призвать? Или не стоит пока? Я думаю, что пока не стоит. Или стоит? Давай призовем. Огненный дождь мне, ребята. Поразите врагов небесным огнем. Понял. Это против массовых скоплений. Очень даже хорошо заходит, ребят. Ну, давайте, буржуи, подходите все. Всей кучей можете прям нападать на меня, потому что я вас сейчас тут быстренько вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп. Отлично. Буду прокачивать именно, ребята, вот этот вот огненный дождь. Потому что в дальнейшем он мне очень сильно пригодится. Ну куда ты пошел, а, буржуй? Давайте вот эту бомбарду поставим с вами. Что-то мне совсем не нравится, как тут у нас идут дела. Ой, как не нравится. Так, ну с этими мы справимся, да? С пустынными мародерами. А вот эти вот два крепеньких, это уже плохо. Давай. Немножечко их задержим. Нормуль вышла. Так, это последний чувачок, и мы с вами прошли. Упс. Сопротивление бесполезно. Ваш конец близок. Муха-ха-ха-ха. Это Везнан или кто это был? Так, пройдите первый этап. Так, хорошо, ребята, мы с вами зарабатываем 51 гем, 3 звездочки и продолжаем, конечно же. Так, открыт герой. Какой? Какой у нас открыт герой? Ага, Элрик. Выбирайте и тренируйте способности. Так, ну что же, я думаю, что нам надо выучить с вами песчаных воинов, да? Призывает песчаного воителя с 60 очками здоровья. Ага. У меня он первого уровня, у него даже не заработано ничего, поэтому пока нам даже рано об этом говорить. Кстати, вот этот герой имба для меня, ребят. Я именно им прошел игру, потому что фармить золото им одна красота. А я могу его выбрать? Вау. Я могу его, ребята, выбрать. Так, а этого... Слушай-ка, так мне тогда что? Сколько? 180 рублей стоит вот этот вот дракончик. Ну, я возьму вот этого, ребята. Это у нас капитан Черная Борода. Да? Фехтование увеличивает урон на 3. Кстати, у него 10 очков дано. Ну-ка-ся. Вот это вот. Враги, павшие рядом с ним, приносят золото больше на 10%. Тренируем. Смотри, на 30% мы сейчас с вами просто будем в золоте купаться. Так, и, кстати, здесь еще хороший удар. Это у нас, ребята, вот выпустить кракена. Ловит до 4 врагов в западню, а остальные их замедляет на 25%. Ну, как-то так. А, нет, мы можем еще немножко себе запас здоровья увеличить, да? Увеличивает запас здоровья Блэкторна на 30 очков. Вот так. Я выбрал его? Да, я выбрал. Все, ребят, будем играть за него. Хе-хе. Слушайте, а я не знал, что купленные персонажи сохраняются. Да, я его давным-давно приобрел еще. Подожди, а я кого-нибудь еще покупал себе когда-нибудь? А, вот, вот этот парень у меня, ребята, Куцао. Это у нас типа монах такой, шаулиня. Мы тоже можем за него поиграть. Но я думаю, что вначале мы прокачаем с вами нашего вот этого вот пиратика на 10 звездочек. Да, я думаю, мы, наверное, им и пройдем игру. Ладно, переходим. Подожди-ка, улучшение у нас есть. И я хочу, естественно, увеличивает урон от метеоритов и снижает время перезарядки на 5 секунд. Это небо в огне. Хотя, подожди-ка, мне лучнички нужны. Увеличивают радиус атаки стрелков. Вот так я, наверное, сделаю, да? И вот так. Все, ребята, поехали. Вторая миссия у нас. Селение Песчаный Ястреб. Воспользовавшись беспорядками, лорд Малагар украл из Хаммерхолда могущественный молот веков.
Солдаты на наших заставах к востоку от крепости сообщают, что он сбежал в том направлении, и сейчас они пытаются помешать ему скрыться. Нужно спешить. Им на помощь, генерал. Так понял, так понял, как понял. Так, доступны башню уровня второго. Шикарненько. Так, ну что же, я вот здесь стою. Перемещаюсь вот сюда. Видите, ребят, пиратик, да, у него он еще попугай на плече сидит. Так, хорошо, будем стоять с вами вот здесь. Так, две дорожки, да? Сюда поставим, наверное, с вами бомбарду. Увеличивать я пока ее не буду. Ага. Тут тоже есть свои приколы. Так, поставим сюда лучников. А вот сюда... Подожди, мне нужна, ребят, казарма. На всякий-всякий, так сказать, случай. Подожди, а с какого вдруг перепуга у меня, ребят, так камера приблизилась? Я такого не хотел. С чего вдруг она приблизилась-то, эй? Родная моя. А как мне ее теперь... Так, ребят, я поднастроил, да, чтобы можно было приближать и отдалять камеру. Ну что же, поехали. Новая волна, пустынный воин, 20 штук. Так что опять тут? Основы стратегии, да, это все понятно. Это все понятно. Мы уже, как говорится, с вами научены этим делом. Все-таки уже не первую игру проходим, да? Главное, чтобы, ребята, вот этот вот мой пиратик стоял рядышком. Только тогда он будет получать... деньги. Так. Давай. Эти монетки только в путь идут у нас. Я вот сюда, наверное, знаете, что сделаю? Наверное, я... Да нет, 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 ты стой там, на месте. Поставим, наверное, сюда еще мага. Почему постоянно камера приближается, когда я хочу что-то, ребята, здесь поставить? Сейчас мы с вами... заработаем денежек. Довольно немного. А может быть даже много. Так, улучшать. 220, да, нужно? 110. А тут 160. Да ты достала, камера, почему ты все время приближаешься? Так, ну что, следующую волну вызываем досрочно, да? Давай-ка иди сюда. Черная борода. 8 волн здесь у нас будет. Это немного, но и немало. Так. Так, подожди, родной, ты стой-ка вот здесь. Нам нужны деньги. Выкачиваю из них все до последнего рубля. О! Отлично шинкует. Вообще красота, да? Видите, там, ребята, кракен у нас щупальцами задерживает врагов. Это очень круто, на самом деле. Улучшаем еще башенку лучников. Так, погоди-ка, родные, вы куда побежали? Мне нужны деньги от вас. В конце-то концов, они уже чешут от меня. Так, ну что, следующую волну вызываем. Даже две. Две волны здесь будет. По двум дорожкам пойдут. Так, у нас с вами 100 монет. Улучшить пока ничего не могу. Пока ничего. 160. Ну, родной, пиратик, иди сюда. Мы же будем с тобой фармить деньги, а не прохлаждаться. Ага. Можно... Так, 220 нам нужно, да? Чтобы прокачать нашу пушку. Сейчас мы с вами накопим. Есть. Улучшаем. Так, мы, по-моему, по одному уровню можем, да, с вами все это улучшить. Так что особо сильно мы тут с вами не разгуляемся. Так, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Это вот это вот мне не нравится. Это что за беспорядки такие еще? Успокоились. Стоять и бояться, как говорится. Так, не могу улучшить, да? Здесь уже тоже все. Понятно. Значит, мы можем с вами... Ага. Мага улучшили. Отлично. Вызываем следующую волну. Кто это у нас вот? Пустынный пес. Стремительные и жестокие создания, способные уклоняться от атак в ближнем бою. Огромная скорость... и увертлив в ближнем бою. Да ладно, увертлив ты в ближнем бою. Ничегошеньки у вас не получится. Давай. Бомби. Так. По копеечке, и разбогатеем немножко с вами.
Он прикольно, да? У него и ближняя атака есть, и он может, ребята, стрелять со своего револьвера, так скажем. Мушкета. Он один тут справится у меня, да, по ходу дела? Или нет? Но в любом случае, ребята, с вами зарабатываем монетки, и это классно. Так, можно, в принципе, вот сюда, наверное, еще поставить стрелков. Вообще, лучники — это самые мои любимые юниты. Лучники. Я вообще их обожаю. Я тут все этими луками сейчас заставлю, и никто не сможет пробежать. Так. Нет, как-то вот с фармом денег не особо хорошо. Хотя нам деньги-то здесь, наверное, уже и не понадобятся. Мы уже фиг кого пропустим с вами. Так, расстреливаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай еще сюда, наверное, лучников поставим. А вот сюда можно, кстати, магов. И все, и по красоте. Да? Ну-ну-ну-ну, наяривайте. Минус. Этого тоже расстреляют, и этого мы подбили. Давайте, ребята, следующую волну вызывать. Прокачка. И 110 монет. Нам нужно еще подкопить маленько денег. А эти башенки я не могу, да, починить? Они как бы сломанные. Ну, рубанул. Молодец. Вот эта способность задерживать противников очень хороша на самом деле. В дальнейшем она нам пригодится. Так, ну что, улучшаем? Подожди-ка, как... А, вот эту вот башню. Ух, можно бомбануть. Прикольно. Так, давай-ка вспомогаловку сюда вызовем, да? И я думаю, что сюда еще лучников влепим. Ну все, теперь просто имба. Никто не сможет пройти. Вызываем следующих. Что это у нас такое? Командуйте войсками. Ну это я понял, это переставление наших юнитов, да? Солдатиков, например. Так, можно еще одну пушку сюда поставить. Ну, лишним она не будет. Тем более нам нужно куда-то с вами деньги тратить. Опа, 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 смотри-ка, сколько их тут. Что-то чересчур много. Но все равно не пробежит ни одна псина мимо нас. Я вот сюда еще поставлю мага, да? До фулочки, и все. Можно, кстати, вот сюда еще поставить, ну, например, лучников. Вот так вот. Все, вообще по красоте. Да-да-да, конечно, конечно. Захотели пробежать, ничего у вас не выйдет. Прокачка 110 монет, нам не хватает немножко, ребят, с вами. Опс, и все. Теперь по фулке. Пушки прокачаны, это прокачано. Здесь, конечно же, задерживаем противника. Так, а тут вот так сделаем. Ха-ха, совсем другое дело. Давайте, пушечки, бомбите по ним. Никакого спуска им не давайте. Так, разобрались. Все, мы прошли с вами вторую миссию на 3 звезды, естественно. 115 геймов получаем, и мы продолжаем. Так. Тынь-тынь-тынь. Отлично, и мы с вами идем сюда. Оазис Сапе. Армии под вашим командованием преследовали лорда Малагара через пустыню Азаре. Его следы привели нас к оазису Сапе, одному из немногих островков зелени в этой пустоши. Племена кочевников неблагожелательно относятся к тем, кто вторгается в их владения, поэтому постарайтесь не провоцировать дускаров, свирепых обитателей пустыни. Что еще за дускары? Доступны башни уровня 3. Уже хорошо. Так, сюда я поставлю пушку. Пушечка будет стоять у меня. Так, денег маловато. Слушай, а кто у нас тут будет? Пустынный воин, а здесь пустынный воин. По 10 штук, да? Хорошо, тогда мы сюда поставим, наверное, свои... Это кто такие? Но... Реактивная тяга. Потревожьте какого-то там пустынного чувачка. Реактивная тяга. Я бы сказал, какая тут тяга. Смотри, внимательно, ребят. Ой, обделался. Так, ну что, и, наверное, вот сюда мы еще поставим с вами лучников. Так, и вот так.
Ну что же, выпускаем, да, противников на дорогу. Кстати, а вы заметили, что у нас вот здесь вот чувачки какие-то сидят? Напоминает мне, знаете, из «Звездных войн». Так, лягушка. Танцует мне здесь. Найдите поющую лягушку. Нашел уже. То есть это анчивка была. Так, ну что, сюда... Нет, ребята, вот сюда, наверное, надо поставить магов, скорее всего. Так, подожди, мы с вами очень много денег теряем. Очень много денег теряем, потому что мой пиратик их не убивает. Ну, а мы должны с вами сами их бомбить. Только в этом случае у нас будут с вами денежки. Так, нахлобучиваем. Что это за такой за звук подозрительный какой-то? Следующая волна, не будем долго здесь ждать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, это псы, да, у нас бегут? Надо, естественно, их задерживать. Так, 110 монет нам нужно для того, чтобы прокачать. О, они стреляют. Они нам помогают, вот эти вот ребята. Да, давненько это было. Я уже даже не помню, что здесь должно происходить. Так, нормуль. Ну что, улучшаем с вами? До второго, да? Там еще третий уровень будет, понял. Третий уровень, это хорошо. Бомбарда 200... Бомбарда, вообще-то, ребята, я помню, это с первой части у нас назывались вот эти вот пушки, да? Артиллерийские, они назывались бомбарда, поэтому я их привык так называть. На самом деле, это обычная пушка. Гномья, а нет, гномья бомбарда. Точно, она и здесь также называется. Ну-ка, улучшим. Так, ребята, черные налетчики идут. Это крепкие ребята. Эти ребята крепкие будут. Так, давай-давай-давай. Золотишко, фармим золотишко с вами. Так, надо с этими ребятами. За них больше денег дадут. Ну. Так, а здесь мы с вами подкрепление поставим, чтобы хоть как-то сдерживать. Оп, секунду. Опасно. Еще надо вызвать подкрепление, наверное, да? 159 монет. Улучшаем башню лучников. По красоте. Подкрепление. А, пока не будем. Нету в этом надобности. Стреляют. Редко, конечно, они стреляют, но метко. Это там снайпер какой-то присел. И, кстати, уже 10 волн у нас здесь будет. Ух ты, это что такое? Боевой пес. Быстрые и коварные звери, способные уклоняться от атак в ближнем бою и сопротивляться магии. Огромная скорость, увертлив в ближнем бою и сопротивление магии имеет. Понятно. Значит, нам надо здесь лучников поставить. Поехали. Слушай, действительно какие-то крепкие. Так. А это уже обычные, да? Псы. Легенькие. Ну ладно, подождем. Разберемся с ними. Расквитаемся, так сказать. Давай, 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 шинкуй их. Черная борода. Еще одни, да? Хламоны бегут. Так, мне бы, конечно, прокачать вот эту пушку, но 220 монет нужно на все про все. В принципе, я думаю, что ничего сложного нету. Мы с вами буквально сейчас и накопим. Ну давай, руби, руби, руби. Так. Ты еще расстрелял чувака. 220. Ну, еще одного противника убейте. Все. И будет третья стадия прокачки. Нужно для этого 320 монет. Убейте 500 врагов. Жажда крови у нас. Достижение с вами появилось. Так, а это что такое? Враги с сопротивлением к магии. Понял. Что-то они как-то поздно, да, выдают информацию эту. Так, погоди-ка. У них сопротивление к магии, может быть, и есть, но против лучников-то не поспоришь. Верно ведь? Так, давай бомби. Слушай, не нравится мне вот это все. Что-то они как-то тут лихо прорываются. Нормуль. Так, лучников, конечно, нужно прокачивать. Без этого, ну, никуда. Так, разберемся. А что они такие крепкие-то? Так, 160 монет. Надо нам улучшить наших вояк. Вот что я тебе хочу сказать.
Потому что это единственный оплот, который у нас тут стоит и не пропускает никого. Так, улучшаем. Вот такие вот они стали у меня. И больше я не могу улучшить. Все, это последняя стадия. Так, а это еще кто такой у нас? Бессмертные, безжалостные воины, славящиеся своей неуязвимостью. Дополнительная защита, высокий урон. Умирая, становятся павшими. Слушай, павшими это, по-моему, они становятся мумиями. Если я, ребят, не ошибаюсь. Но он крепкий, да? Слушай, ну да. Довольно крепкий, поэтому против них лучше использовать магов. Да, лучше магов использовать. Ну, вот, да, я был прав, ребята. После них остается мумия. Что-то у вас тут дофига как-то уже больно идет. Ну-ка, давай-ка мы их пощекочем маленечко. Пошли рубить. Да нет, стой здесь, зарабатывай бабло нам. Что ты бегаешь там, мельтешишь тут. Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Кочевника этого, отлично. Следующего перехватили. Так, 320 нужно нам, да? Золото. Чтобы пушку прокачать. Или же... Нет, я, наверное, прокачаю пушку, а потом уже поставим здесь магическую башню. Опа. Так, а дальше не дают мне прокачки. Все, я понял. Я вас прекрасно понял. Дыдыч, нифига она бомбит. Оу. Ребята, моего пиратика забомбили. Вот это да, вот это они дают. Пиратик, давай вставай. Ой, как ты долго восстанавливаешься, а? Как ты долго восстанавливаешься. Давай следующую волну вызывать. Ох ты. Если вот отряд будет чисто из вот этих вот хламонов, я думаю, ребята, будет проигрыш. Задержали их маленечко, да? И вдвоем они, скорее всего, забомбят мне моего пирата. Хотя, посмотрим. Так, выставляем сюда магическую башню. Она как раз хороша против вот таких, ребята, сильных юнитов. Слушай, отойди, пират, у тебя очень мало здоровья уже. Так дело не пойдет. Давай вот этих вот забомбим. Попытаемся. Оп, ну с ними ты должен справиться. Отличненько. Так, магическая башня должна прокачана быть. Только в этом случае будет от нее, как говорится, хороший толк. Ну что там происходит? Оу. Тихо. Тут, наверное, нам нужно вот так сделать. Если бы я еще попал бы. Нет, не позволю я пройти вам. Так, срочно сюда, магов. Срочно. Фух, успел вроде бы, да? Отлично, все. Выстояли здесь. Давай, фридом. Бомби. Ну. Так, шикарно. Ребята, восьмая волна. Поехали. Еще две волны продержаться и все. И мы пройдем. Опять они бегут, а? Опять они там сверху. Расстреливаем. Слушай, ну здесь, я думаю, справится и без меня. Я пойду, пожалуй, вот здесь вот встречать непрошенных гостей. Давай, давай. Башня. Башня у нас 240. Это для третьей прокачки нам нужно. 240 монет. Да хорош, куда вы разогнались там. Оу, пиратик, отойди. У тебя это мало здоровья, я смотрю. Там расколбас полнейший идет. Вот так-то. Буду знать свое место. 240, не хватает совсем маленько. И здоровье у него, конечно, прибавляется не очень быстро, как мы видим. Так, капремонт. Улучшите все башни до 3 уровня. Мы это сейчас только что с вами сделали. Ну, вон, смотрите, маг как бомбит, да? Довольно шустренько вот этих вот здоровячков. Это нам на руку. Так, тут бомбим также. Не пропускаем никого. Классно. Так, 187 монет. Что мы можем с вами сделать? Ну, давай еще одного мага поставим. Постройте 30 башен. Мы с вами достижение за достижением делаем. И это круто, на самом деле. Так. Нужно прокачать нам вот эти две башни, да? Для этого нам нужны, опять же, финансы.
финансы, которые поют романсы. Пират, ты либо дерись, либо что, простаивать мне здесь не нужно, дорогой. Отрабатывай, как говорится, наши денежки. Так. Тут по фулке. Ага, тут не по фулочке, ребята. Вот эта башня должна еще прокачаться. О, пошли финансы. Так, хобана. Ёлки-палки, что-то вас тут слишком много. Перебор какой-то идет уже. Нет, пока не будем тратить магию. Пригодится еще нам. О! Задержали. И подбили. Так, давай прокачаем здесь. И башню лучников. Вот так, следующую волну вызываем, ребят. Последняя. Она самая жесткая будет, да, я так понимаю. Тут псы. А тут эти мародеры, да, или как там, бессмертные. А это у нас боевые псы. Опять у меня пират мой прохлаждается. Это не дело. Не хватает финансов. Так, давай немножко подзаработаем, попробуем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Прожаривайте я. Совсем-совсем другое дело. О! Когда рядышком ребята убивают, да, врага, тоже золото идет к нам в копилку. Тыдыч! Бомбарда бомбит нехило, согласитесь. Давай-давай-давай. Так, мумия минус. Ага, давай-ка. Подожди, у нас какая-нибудь... Вот. Так, я надеюсь, мои тут солдатики выстоят. Я на это очень сильно надеюсь. Пирата накрыли, ребята. Пирата моего накрыли. Что делать будем? Ничего. Пока постоим, подождем. Мы должны тут справиться с вами. Своими силами, да. Фух, победушка на 3 звезды. Шикарно, 140 гемов мы с вами зарабатываем. Так, спасибо за поддержку. Нет, я бы с удовольствием, ну, как говорится, проголосовал, но сейчас пока некогда. Так, и у нас еще, ребят, с вами есть 4 звездочки. Так, что у нас? Снижает стоимость стандартной башни лучников. Хорошо. Так, увеличивает урон стрелков. Тоже возьму. И можно, наверное, увеличивать радиус атаки магов. Или же увеличивать радиус атаки артиллерии. Давай, наверное, артиллерию прокачаем. Так, ну что, друзья, наверное, для сегодняшней серии нам будет достаточно, да? Раз, два, три, три миссии прошли. И, может быть, вот так вот по 3 миссии будем проходить каждый раз. И быстренько ее с вами пройдем. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.